Те, кто уже прочел «Привет, Сочи, я люблю тебя», отмечают. Это самая искренняя книга о современном Сочи. Авторы разных профессий написали о жизни в городе, о любви к нему и, в принципе, о счастье здесь жить. Это не рекламный проспект нашего города. Здесь нет ничего. Посмотрите сюда, какая великолепная архитектура. Посмотрите, какое море. Все 20 рассказов, которые попали в книжку, очень разные. Они разные по стилю, они разные по изложению, по языку, по ритму, по темам. Вплоть до того, что упоминаются темы и «Как я была маленькой», а была я маленькой на минуточку в 52-м году, и темы свалки в Адлере. То есть поднимается обширнейший круг вопросов, но это не публицистика, это хорошая художественная литература. «Привет, Сочи, я люблю тебя» – это первый опыт издания и написания книги рассказов о Сочи в наше время. Ко всему прочему, благодаря медикам, сантехнику и журналистам, город-сказка впервые выступает в качестве города-были. Выпуск первый, но не последний, отмечают издатели. Интерес к сборнику рассказов большой как со стороны авторов, так и читателей. Инициаторы творческого проекта находятся в поиске и других авторов, пишущих о Сочи. На этот раз их интересует послевоенный город. Именно этот период курорта, считают книгоиздатели, не отражен на печатных страницах.